Добрый день, уважаемые коллеги. Ситуация с распространением коронавируса остается непростой. Пациенты, которые болеют в тяжелой форме, должны в первую очередь получать качественное своевременное лечение. Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ. Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения. Дополнительное финансирование более 11 миллиардов рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда на федеральных медицинских организаций в регионах. Остается непростой. Число заболевших растет, хотя...